В результате ночного обстрела в Кировском районе Донецка повреждены 3 многоквартирных дома и детская поликлиника. Единственное желание жителей Донбасса, чтобы вооруженные силы Украины оставили их в покое. Красногоровка, их войска стоят. Мы как на ладони там. Меня уже взрывной волной, меня уже повалило. Там ковер что-то на меня уже упало, я уже упала. Мы легли с ним там в коридоре. Ну, любят они нас. Что можно сказать? Любят. Вот знаете, как бывает, любят до смерти. Вот, наверное, они нас так любят. Шли бы они, брали свои чемоданы, шли бы они в свою Европу. Мы не хотели туда никогда. Если деньги будут, мы и без их поедем. Вот так я скажу. Пусть они живут в своей там, в стране, как хотят. Она составит покой. И все. Что можно еще сказать? Людям уже это надоело. Уже они дождутся, наверное, что старики пойдут в ополчение с такой жизнью. Ну, ни за что, ни про что. Кто тут воюет? Никто. Люди мирные. В основном, ну, спальный район. Стреляют и стреляют и стреляют. Школа, садик. У нас пойти некуда. Тут котельная, там трансформаторная будка, там больница, там школа. Вечером выйти нет. Детворы полно, гуляет. Не знаем куда. Боишься, чтобы они от дома не отошли. У меня внучка живет, ну, не с нами. Мы боимся сюда привезти. Вот представьте, если бы так привезли. Ребенка испугать. Очень сильно повреждена еще одна квартира в многоэтажном доме по улице Березова из-за того, что снаряд вооруженных сил Украины пробил крышу дома. Жильцы этой квартиры чудом остались живы. Здесь нужно тогда. Что они только фиксируют? Так, вот приехали, пофотографировали. Попробую объясню, чтобы вы поняли. Они же врут все время, везде. Да. Почему он находится в ОБСЕ здесь? Чтобы вы понимали. Что хочет сейчас Украина и американцы? Они хотят сюда ввести войска. Если мы уберем ОБСЕ, ведут сюда войска. Вы этого хотите? Нет. Поэтому ОБСЕ здесь и находится. Какое бы оно ни было, оно такое. Ребенку сколько лет? 10 месяцев. Вы все время здесь находитесь, да. Все это время. Да. А прятаться ездите? Да нет, даже бомбоубежища в нашем доме нет. Зато перегородки сидим, то дома. Также пострадало здание детской поликлиники. А ведь совсем недавно здесь сделали ремонт. Несмотря на последствия обстрела, детская поликлиника продолжает свою работу. Ведь в этом районе проживает много детей. Местные жители утверждают, что вооруженные силы Украины целенаправленно били по мирному населению. Ведь военных в самом обычном спальном районе города нет. Здесь живут самые обычные люди, в основном работники промышленных предприятий и шахт. Не люди. Нет, все равно по комнате. Слава Богу, что живы все, что нет пострадавших. А они люди эти, пусть отвечают за себя. Марина Еремченко, Станислав Мухин, специально для Новороссия ТВ.